Были славные дни, когда Толя Сливко пионеров в походы водил. А Бакас в Артеке смеялся легко, и не знали еще Чикатил. И тогда жил на свете один пионер, Женя Сидоров, звали его. Целый день на досуге мечтал пионер, чтобы скушал Бакаса его. Он на школьную кухню тайком приходил и глядел на котлы поваров. Он мечтал, чтобы в печку его посадил школьный повар без лишних слов. Мя-ор, 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 мя-ор. Пионеры идут людоеду на корм. Пионеры идут людоеду на корм. Пятьдесят лет прошло, как мечтал пионер, но мечте было сбыться не суждено. И сегодня дед Женя давно пенсионер, но мечтает быть съеденным все равно. Он мечтает, как жарится в печке нога, хочет голым на лопату лечь. Фантазирует он, как баба-яга пионеров сажает в печь. Мя-ор, 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 мя-ор. Пионеры идут людоеду на корм. Мя-неры идут людоеду на корм. Мя-неры идут людоеду на корм.